Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Капиталина Зинкевич. Здравствуйте, и сегодня в эфире. Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге, в городе на Неве, проходит неформальный саммит СНГ. 30 лет на страже государственных рубежей Полоцкий пограничный отряд отмечает юбилейную дату. По канонам 19 века в Полоцке прошел первый городской бал. Мероприятие приурочили к 210-летию Победы в Отечественной войне 1812-го. Я была счастлива поучаствовать в данном мероприятии, потому что здесь крайне интересно. Во-первых, это многих людей ты узнаешь, как бы новые чувства. Перейдем к подробностям. Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер в числе участников неформального саммита глав государств-участников СНГ. Встреча – своего рода подготовка к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ. На повестке по традиции актуальные вопросы. Лидеры стран Содружества прежде всего обсудили вопросы многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. А накануне Александр Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен. Документ принят по следам совещания с экономическим блоком правительства, которое прошло 6 октября. Меры предприняты в целях защиты интересов граждан и организаций Беларуси. Директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. За надлежащее выполнение этих требований предусматривается ответственность вплоть до уголовной. Чуть больше года понадобилось, чтобы главная транспортная артерия через Западную Двину снова заработала. Если быть точными, год и 4 месяца. Сегодня реконструкция Калининского моста в Новополоцке вышла на завершающую стадию. Перед открытием и пуском движения традиционное обсуждение насущных вопросов. Сегодня с участием всех ответственных мэра Новополоцка Дмитрия Демидова и профильного министра. Обсуждались по срокам завершения работ по гидроизоляции, устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия непосредственно на мосту. Ну и вопросы благоустройства, которые подходят к завершающей стадии. В принципе, никаких таких глобальных вопросов мы не видим. И определились, что 24 октября все-таки основной вид работ здесь должен быть завершен. В сроки вкладываемся, я думаю, что это будет хороший подарок городу. Качество и сроки – главные ставившиеся задачи на эту строительную компанию. И с ними справились. Залог успеха – ответственный подход каждого на своем рабочем месте. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто причастен к строительству, к реконструкции этого моста, кто сегодня работает на завершающем этапе реконструкции нашего моста, те, кто обеспечивал нам транспортное сообщение и через тоже понтонный мост, это подразделение МЧС «Зубр». В принципе, очень большой круг людей, организаций, ведомств вовлечены для того, чтобы все-таки наша жизнедеятельность в городе каким-то образом как можно быстрее наладилась и вошло в нормальное русло. Напомню, Новополоцкий мост включен в государственную инвестиционную программу. Стоимость реконструкции более 55 миллионов белорусских рублей. К другим новостям. 30 лет на страже государственных рубежей Полоцкий пограничный отряд отмечает юбилейную дату. Цифра, как и стоящие перед военнослужащими сегодня задачи, серьезная. В зоне ответственности Полоцкого погранотряда более 270 километров границы с Латвией и Литвой. За 30-летнюю историю существования личный состав на деле доказал свой профессионализм и преданность родине. Цифры статистики тому подтверждение. За время функционирования отряда военнослужащими задержано почти 7000 нарушителей законодательства о государственной границе Беларуси. В том числе в 400 случаях выявлены наркотические вещества, задержано более 320 единиц оружия, товарно-материальные ценности выявлены более чем в 1000 случаях. Результаты существенные, а по труду, как говорится, и награда. В торжественной обстановке лучшие из лучших были отмечены на государственном и ведомственном уровне. Заместитель начальника отделения пограничного контроля Григорьевщина по идеологической работе. Нужно быть готовым ко всему. Ну вот отсюда и вытекает, то, что нужно найти подход определенный, ну и немножко что-то иметь, скажем, какие-то теоретические багаж знаний. Необходимо иметь и юридический багаж знаний, потому что частенько нужно привлекать к ответственности людей. И в нашем случае к административной, к уголовной уже не наша компетенция, не нашего подразделения, скажем. Юридически обосновать человеку,
то либо иную норму закона необходимо. И насколько это будет квалифицировано с нашей стороны, настолько доходчиво, наверное, он это поймет. К юбилею Полоцкого погранотряда подарок, специально созданный к важной дате фильм о тех, кто сегодня 24/7 охраняет границу с Прибалтикой. Потенциал же военнослужащих пограничной службы представили в выставке образцов вооружения. Здесь же военная форма современного бойца «Зеленого берета». Я каждый год присутствую на принятии присяги. Я вижу, кто призывается, с каким образованием. Вот, и как сейчас совершенствуется сама система подготовки всего личного состава, начиная от офицерского звена, прапорщиков и солдат срочной службы. Намного серьезнее подготовка стала в институте пограничной службы. Я лично могу сравнить, какие проходили лейтенанты-выпускники, скажем, 90-х годов и нынешние. Можно сказать, что потенциал, конечно, еще не весь раскрыт, но граница охраняется очень даже качественно. В адрес тех, кто в сегодняшнее непростое время защищает белорусские рубежи от внешних угроз, слова благодарности и признательности. Приятный бонус по случаю 30-летия отряда – торжественный концерт. Поздравления сегодня звучат и в адрес работников культуры. В ближайшее воскресенье они отметят свой профессиональный праздник по традиции накануне чествования лучших представителей отрасли. В Новополоцке, например, уже 14-й год подряд проводят церемонию вручения городской премии «Признание». В этом году в числе номинантов 12 работников культуры, 8 творческих коллективов и 3 проекта. Тот случай, когда выбрать лучших сложно, но нужно. В итоге с наградами 8 представителей отрасли. Если сроки называть, то всю жизнь. Если конкретно годы, то это приблизительно 75-го года я начал свою трудовую деятельность. Вот уже больше 47 лет, наверное, я работаю в этой сфере. В культуру, если ты вошел, то выйти оттуда очень трудно. Вот у меня так получилось, что я в культуру вошел и до сих пор в ней дохожусь. И не собираюсь туда уходить. Я думаю, что все же работа, которая была проделана в течение года, она была отмечена, замечена. И благодаря этому сегодня я была награждена премией «Признание», городская премия в номинации «Лучший библиотечный работник». В библиотечную сферу я где-то попала около 3 лет назад. Работа очень интересная. Работа от души, рядом очень интересные люди, работа позволяет развиваться, делать добрые дела. Поэтому ходить отсюда не планирую, готова целиком и полностью отдаваться работе и дальше. Талантливые, увлеченные своим делом работники культуры помогают взрослым и детям раскрывать свои таланты, а еще они дарят праздник другим. Сегодня в отрасли трудится свыше 65 тысяч человек. Представители из Новополоцка, например, проводят более 3000 культурных мероприятий в год. Брендом стал конкурс юных исполнителей «Хали Хало». После 2-летнего перерыва в этом году он снова соберет друзей. Работа каждого сотрудника в отрасли культуры требует постоянного креатива, подхода, каких-то новых форм, методов работы с подростками, со взрослым населением. Ну и, конечно же, в преддверии праздника, профессионального праздника Днем работников культуры, хочется пожелать всем работникам неиссякаемой энергии, новых подходов, творческих идей и их реализации. В Полоцке проходит мероприятие в рамках 210-летия Победы в Отечественной войне 1812 года. В субботу, 8 октября, в Полоцке состоится реконструкция боев с участием военно-исторических клубов Беларуси и России. Площадкой для ее проведения выбрана площадь Свободы. Начнется мероприятие в 15 часов. А накануне в городе состоялось не менее яркое событие. Первый городской в современной истории бал. Подробности у моих коллег. Еще месяц назад Владислав Станченко и Вероника Краснодубская не знали друг друга. А сегодня он кавалер, она дама, и вместе они кружат в вальсе на Полоцком балу. Окунуться в атмосферу 19 века третьекурсница педколледжа мечтала давно. 4 недели усиленных тренировок, и Вероника будто завсегдатая балов. С таким-то партнером. За плечами у психолога войсковой части 25888 хореографическая школа. В общем, пара сложилась.
Во-первых, это меня пробило острое ощущение ностальгии по тем временам, когда я в таких мероприятиях участвовал более активно. И тем более я рад, что я снова в нем участвую. И еще больше я рад тому факту, что я участвую в таком мероприятии по месту службы. Я была счастлива поучаствовать в данном мероприятии, потому что здесь крайне интересно. Во-первых, это многих людей ты узнаешь, новые чувства. На паркете 25 пар. Офицеры воинских частей, учащиеся педколледжей, простые горожане. Всех их объединило желание поучаствовать в первом в современной истории Полоцка балу, подстать событию и наряд. С иголочки как дамы, так и кавалеры. Дух 19 века также в живом музыкальном сопровождении. Эпоха выбрана не случайно, как, впрочем, и время проведения бала. Именно в это время, в начале октября, 210 лет назад, происходила битва на Красном мосту, которая и дала название знаковому месту в Полоцке. Вознаменование событий и в память о них, естественно, мы не могли забыть и пройти мимо таких знаковых событий. Именно поэтому разработан был целый ряд мероприятий, и Полоцкий бал стал первым в событийном ряду музыкальных мероприятий, которые запланированы. На смену вальса – полонез. Отплясывают дамы и кавалеры также польку и галоп. В перерывах между танцами – исторические игры с отсылкой к началу 19 века. На балу – все по законам красоты и по правилам тех времен. Никакого громкого смеха, грубых слов и нескромных взглядов. Бальный этикет и в приглашении на танец. Традиции все участники бала тщательно соблюдают. И в этой преемственности особый смысл. Я думаю, что в перспективе, учитывая тот факт, что в ближайшее время будет открыт Полоцкий кадетский корпус, в нем будет замечательный зал актовый, который будет трансформироваться под проведение таких балов, для того, чтобы продолжать хорошие традиции, для того, чтобы имели возможность в хорошем, прекрасном месте научиться танцам, научиться хорошим манерам, ну и, наверное, чтобы эта традиция продолжалась из года в год и стала визитной карточкой города Полоцка в плане проведения вот таких именно мероприятий. Полоцкая земля богата традициями. С этого года здесь, очевидно, появится еще одна. Ведь бал – это погружение не только в особую атмосферу, но и в продуманную красоту, где есть место неизменным ценностям, а еще вежливости и бережному отношению друг к другу. В середине сентября во всех регионах Беларуси проходит осенние ярмарки. В ближайшую субботу, 8 октября, приобрести урожай этого года по низким ценам смогут и жители Новополоцка. Расширенная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции развернется на площади строителей уже с 8 утра. Картофель и другие овощи, фрукты, саженцы, мясомолочную продукцию представят сельхозпроизводители и фермерские хозяйства Верхнедвинского, Глубокского, Полоцкого и других районов. На время проведения ярмарки в городе с 6 утра и до 15 часов будет перекрыт участок Молодежный, а от улицы Юбилейной до улицы Кирова. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале телеканала «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь. Я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «ВОЕН-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. Завершились учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Во время активной фазы маневров подразделения международного контингента провели контрнаступательную операцию. За ходом тренировки наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич. Во время церемонии закрытия учений он поздравил участников с успешным выполнением учебно-боевой задачи. В Центральном доме офицеров прошло информирование представителей средств массовой информации, блогеров и общественных деятелей по вопросам военно-политической и экономической обстановки в стране и за рубежом. С докладами выступили министр обороны Виктор Хренин, председатель КГБ Иван Тертель, председатель ГПК Анатолий Лапо и министр экономики Александр Червяков. В своем докладе глава военного ведомства отметил непростую ситуацию, складывающуюся возле белорусской государственной границы в условиях противоборства между Россией и коллективным Западом, милитаризации соседних стран и создания ими отдельных подразделений на границе с нашей страной. Он также остановился на ситуации, связанной с конфликтом на территории Украины.
В Самарканде прошло заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ. По одному из наиболее актуальных вопросов с докладом выступил начальник связи вооруженных сил генерал-майор Олег Мищенко. По окончанию встречи участники подтвердили стремление к дальнейшему сотрудничеству по вопросам функционирования и перспектив поэтапного развития совместной системы связи. В Минске завершился открытый чемпионат белорусской армии по военному пятиборью. На старт вышли 8 армейских дружин, в том числе из России. Спортсмены соревновались в беге, преодолении полосы препятствий, плавании, стрельбе и метании гранаты. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная команда сил специальных операций. Это были новости в форме. Смотрите нас во вторник в эфире телеканала «Звезда». До встречи!